Автопробег памяти воинов Великой Отечественной войны Ивановское отделение ДСАФ России организует ежегодно. Традиционно участники на учебных КАМАЗах одной колонной едут в город Родники. Состав колонны 8 автомобилей. Участники – это курсанты, которые проходят у нас подготовку в школе по военным учебным специальностям по направлению военного комиссариата. Цель – это прежде всего это военно-патриотическое воспитание молодежи. Ну и основная цель, конечно, это почтить память наших солдат, наших земляков, которые воевали и погибли в годы Великой Отечественной войны. Образовавшись неподалеку от Иваново, колонна автомобилей двинулась в сторону Родников. Не спеша, торжественно. На въезде в город участников пробега встретили, как полагается, хлебом с солью. Но конечная точка – памятник воинам Великой Отечественной. Поучаствовав вместе с родниковцами в торжественном митинге, курсанты и инструкторы возложили цветы к обелиску. Войны, павшие на полях сражений Великой Отечественной войны – прошлое вооруженных сил нашей страны. А вот эти молодые люди – ближайшее будущее. К службе в армии они готовы, даже более чем. Я буду служить в армии, для меня это очень важно, для меня это образцово показательно. Я тем самым чтю память павших бойцов, которые так же, как и мы в данный момент, ездили на машинах, воевали, помогали людям. И для меня это просто большая честь, и я вспоминаю тех людей, которые били за нашу родину. Ежегодно Ивановский ДСАФ готовит для вооруженных сил десятки водителей военной техники. Хочется верить, что ужасов войны на себе они не испытают. Но несмотря ни на что, должны помнить и чтить боевые подвиги своих предшественников. Наталья Романова, РТВ Иваново, Родники.